Ретро-автомобильчики. Ты посмотри, какая краса. 26 мая 2019 года, Харьков. Сколько ж тебе лет, маленькая? Своим ходом. Потрясающе. Вот, а тут, наверное, придется мне стоять долго. Ну, на ходу их посмотреть, конечно, интереснее. Ну, это Штирлиц, 100%. Пойдем пока к месту сборки. Вон они. Будем рассматривать в деталях. Вон еще. Смотри, газовка. Мамочки мои родные. Москвичи. О, тут цельно. Фельдман Экопарк, да, там на постоянной основе стоят ретро-машины, правда, в небольшом количестве. Так, ну пока все, я так понял. Что там, 26 мая 2019 год, Харьков. Сколько точно? 11, да? 12, непонятно. Еще один ретро-автомобиль. Да, такой бы лет 100 назад увидели. Решили, что повод стрельцев сошел.